В Ульяновской области стартовала Поволжская экологическая неделя. В 9-й раз в регионе собираются представители природоохранных государственных структур и общественных организаций со всего Поволжья для обсуждения насущных экологических вопросов. Основными темами эко-недели станут создание лесопарковых зеленых поясов и эко-волонтерство. Сегодняшний день в рамках эко-недели посвящен особо охраняемым природным территориям региона. 14 мая по ним в Ульяновске и муниципальных образованиях пройдут экскурсии. Кроме того, сегодня запланирован круглый стол по вопросам развития системы особо охраняемых природных территорий региона.